Группа «Фрукты». У вас есть настроение, что сегодня пятница? Группе «Фрукты» я хочу сказать. Вчера раздался очень важный звонок. Саш, расскажи, кто тебе вчера звонил? Иосиф Пригожин. А зачем звонил Иосиф Пригожин? Он просто спросил, собственно говоря, насколько мы здесь задержимся. Я сказала, что надеюсь, что на 30 лет ближайших. Собственно говоря, интерес пропал. Ну, Саша врет. Иосиф звонил для того, чтобы предложить ребятам работать с Валерией. И вот сейчас вместо черных костюмов могли бы стоять в костюмах настоящих фруктов. Друзья, сегодня... Группу, которую вы не встретите на концертах Валерии. Группа «Фрукты», друзья, сегодня. Это была наша постоянная рубрика «Извини, Иосиф». Друзья, а прямо сейчас... Это была группа «Фрукты». Не видать Валерии, нашей кавалерии. Друзья, 5 мая в московском... Это была группа «Фрукты» из сна Иосифа Пригожина. Друзья...